Теперь давайте про смерть поговорим. Про страх смерти, да, мы говорили. Но смотрите, ребят, у нас вообще хотим мы это признавать, либо не хотим этого признавать. Это уже другой вопрос. Но нами всегда руководит, к сожалению, не какие-то благостные вещи, когда мы на еде, а именно состояние страха. Состояние страха нас всегда толкает. Состояние страха нас всегда заставляет думать, выбирать, анализировать, продвигаться к каким-то своим абсолютно нормальным, материальным, физически ощутимым целям. И это нормально. Когда мы находимся в благости, когда мы находимся в счастье, в свете и в любви, то мы никуда не идем. Нам уже хорошо. У нас нет состояния, что нам нужно куда-то идти. У нас нет состояния, что нам нужно чего-то добиться. У нас нет состояния, что вот это нам нужно для того-то, либо для того-то. И поэтому вот это вот состояние, это, оно уже, видимо, приходит на таком осознании, как ты его допускаешь уже на таком осознании, когда ты уже четко понимаешь, что как бы, ну, вот так вот оно. Потому как, что бы ни случилось с твоими родственниками, ты всегда будешь четко уверен, что это случилось, потому что это случилось. Не потому что это хорошо или плохо, а просто потому что это факт. Ты будешь это принимать просто как факт. Если случится что-то с тобой, даже смерть, ты будешь это воспринимать просто как факт. Если ты будешь стоять там на краю обрыва, и ты будешь понимать, что ты сейчас упадешь, и это будет смерть, то у тебя будет абсолютно ровное состояние, просто потому что это факт. Либо ты сможешь этот факт изменить, либо не сможешь. Но от этого не изменится твое внутреннее состояние, когда ты уже когда ты уже на этой волне, в этой плотности. А состояние страха нас всегда куда-нибудь двигает. И когда говорят, я ничего не боюсь, если вы видите, что человек чего-то добивается, если вы видите, что человек куда-то стремится, что-то делает, и вот он прям вот там нужно дом построить, машину купить, там дачу доделать, там обязательно огурцы закатать, помидоры замариновать, вот это вот все сделать, и при этом вам говорит, я вообще ничего не боюсь. Это просто так удобно думать. Это то состояние, которое нас всегда движет, это наш двигатель. И состояние страха смерти, оно нужно нам именно для того, чтобы мы развивались, для саморазвития. И люди, которые находятся в благости, в таком достаточно ровном состоянии, это те люди, которые очень четко не видели смерть, а видят смерть. Это очень важный момент. Только люди, которые умеют истинно радоваться, и у них не такая радость, как «Вау! Прям круто! Вау!» Она ровная, она внутренняя, она истинная и безусловная. Вот эта вот безусловная радость любви, она всегда будет только в том случае, если ты в каждом моменте видишь смерть. Ребятки, всем привет! Это мой резервный канал, здесь я выкладываю некоторые видео, но на вопросы я не отвечаю здесь, потому что даже их не читаю. Если вам нравятся мои видео, если вы их смотрите, то, конечно же, присоединяйтесь к моему основному каналу, все ссылочки будут под этим видео. И, конечно же, на основном канале вы можете зайти в комментарии, задать мне любой вопрос, и тогда я его либо вам напишу, либо озвучу в каком-нибудь из своих видео. Также я приглашаю вас на свой канал в Telegram, где вы можете пообщаться по теме автономии и просветления.
работе с сознанием, и не только, со мной и с другими участниками. Нас уже, ребят, больше 10 тысяч. Я вас всех очень жду.